Добрый день! Если вы смотрите этот видеоролик, значит, вы заочно со мной знакомы или хотя бы знакомы с нашей продукцией. Меня зовут Чистый Сергей Леонидович, я директор кожгалантерейного предприятия «Рассвет», торговая марка «Элькрафт», «Винтаж». В это непростое время, когда нужно достаточно быстро реагировать на создавшуюся ситуацию, я решил обратиться к вам, к нашим покупателям, партнерам, для которых слово «кожгалантерея» не просто слово, а во многом смысл жизни. Думаю, что вам будет интересно узнать из первых уст, как собирается развиваться наша фабрика в этих условиях, какую ценовую политику мы собираемся поддерживать в ближайшее время. Наше предприятие в следующем году 30 лет. Мы прошли долгий путь, несколько серьезных кризисов, в том числе кризис 98 года, дефолт. И, слава богу, нам удалось каждый раз выйти оттуда обновленными, с новыми идеями, с новыми коллекциями, как, кстати, и большинство предприятий легкой промышленности России. Есть такое устойчивое выражение – дешевая национальная валюта – возможность роста внутреннего производства. Думаю, это как раз то время, которое сейчас. И мы, безусловно, им воспользуемся. Хочу сказать нашим дорогим покупателям, что мы будем держать по возможности как можно дольше минимальные цены. В любом случае, наши цены будут значительно ниже, чем цены ввозимого на территорию России товара. Вы, наверное, видите, с какой скоростью уходят с рынка поставщики и изготовители, и наша задача заменить их достойно и предложить вам хороший качественный товар. В течение этого года, как и в последующие, мы сумеем это сделать, уверяю вас. Сейчас я хочу вам сказать, что мы в ближайшее время, как минимум в марте, будем сохранять наши старые цены. Это касается прежде всего товара, который находится у нас на складах, поскольку он изготавливался из сырья, которое было куплено еще при небольшом курсе доллара. Развиваясь дальше, мы будем очень рады получать от вас обратную связь, от вас, от ваших покупателей, поскольку их мнение, они являются конечными клиентами, для нас, наверное, основное. Давайте вместе пройдем этот сложный период. Желаю вам успехов в вашем благодарном труде и ждем вас у нас на сайте elcraft.ru. Спасибо.